С фанатами ты вообще не общаешься? Или есть Да люди, нет, на самом деле, те люди, которые находят в себе силы мне, вот, типа, там, меня найти и написать что-то внятное. Найти тебя непросто, кстати. Непросто, да. Но журналисты ищут. Возможно. Люди находят, на самом деле. Если человек находит в себе силы найти меня и со мной попытаться пообщаться как-то адекватно, не задавать... Знаешь, насколько я помню, Рашид Нугманов, когда работал над ремиксом «Иглы», и это просто на моих глазах было, он тебя найти не смог. Он смог меня найти в итоге. Он меня нашел. Ну, во всяком случае, он не смог тебя уговорить вписаться. Потому в этот проект. Я не буду пересказывать, что именно он от меня попросил, но он начал беседу после так, как бы знакомства с очень такой лобовой просьбой, которая я вообще не очень люблю вот эту тему, когда люди звонят через. Ну, в этом смысле ты папин сын. Первый раз в жизни там, или через 10 лет после последней встречи. И им нужно, в первую очередь, от меня нужно такое. Вот прямо сейчас, Сань, пойди и сделай. Ну, как-то я обычно после этого с человеком перестаю дальше общаться.